Летние кафе – одно из любимых мест отдыха для городских жителей. Теперь процедура их открытия для предпринимателей упрощена. Работу сезонных ресторанов и кафе в зонах отдыха на совещании с правительством и главами округов обсудил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там все должно быть организовано, и это искусство директоров парков. Важно, чтобы все было доступным и тем, кто занимается ресторанами, летними кафе, выездной торговлей. Сезон летних кафе в Московской области стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября. Ранее срок предоставления оформлению услуги по размещению таких мест отдыха составлял 30 рабочих дней. Теперь этот срок значительно сокращен. Срок оказания услуги составляет 2 часа, если это место включено в перечень мест. Если место не включено в перечень, то срок оказания услуги составляет до 14 дней. Новый подход к размещению летних кафе уже опробовали предприниматели Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с представителями бизнеса. Они отозвались о новой цифровой муниципальной услуге по размещению торговых объектов как достаточно интересном и простом способе. На всем пути сотрудники администрации помогали, сопровождали, облегчить этот вопрос владельцам бизнеса. Ну, потому что у меня это заняло прям очень быстро. Все документы были подписаны в течение 2 часов, и я уже мог приступать к строительству. Всего на территории области этим летом будет функционировать более 800 различных сезонных заведений общественного питания. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».